За прошедший месяц в Нижегородской области подешевели социально значимые продукты питания. Так, по данным Росстата, заметнее всего снизились цены на куриные яйца, сахар, а также мороженую рыбу. Вот так выглядит стоимость этих продуктов по состоянию на 25 мая. Кроме того, за месяц подешевели молоко, свинина и говядина. В то же время незначительно выросли цены на изделия из пшеничной муки и на ржаной хлеб. В целях контроля за состоянием регионального продовольственного рынка в Нижегородской области создан оперативный штаб по мониторингу и реагированию на изменения конъюнктуры продовольственных рынков. В него вошли представители региональных министерств, УФАС, а также торговых сетей компаний и местных товаропроизводителей. В Министерстве предпринимательства работает горячая линия, куда жители региона могут оперативно сообщать информацию о фактах необоснованного роста цен.